передо мной команда подрастающего поколения наших чемпионок мира по синхронному фигурному катанию команды Paradis. Это команда, как у вас команда называется? Вы собираетесь стать чемпионкой мира, продолжить эстафету команды Paradis в будущем? Да! А кто у вас капитан команды? Кристина и Саша. А как у вас фамилия ваша? Середа Кристина. Кристина Середа и? Урядникова Александра. Ясно. А тренер-то у вас где? Вот. А кто тренер у вас? Середа Ольга. Ясно. А как вот вы призываете за старших своих девочек? Смотрите их соревнования, как они выступили? Два Конечно. Года? Да. Болеете за них? Да. А они вам помогают? Да. Ясно. А кто вам программу ставит? А о чем ваша программа? О чем? О Питере, нет? О чем? О утре. О веселом утре. О веселом утре, да? Такая позитивная программа. Да. Ясно. А для вас вот эта победа, она первая или уже были победы? Были. Были, да? Да. А я смотрю, у вас... Да. Вот это третья победа в этом сезоне, да? Да. А не хотите бы на кандидатскую? У вас второй раз, но, по-моему, у вас уровень, по-моему, уже кандидата мастера спорта. Мне так показалось, или я ошибаюсь? Нет. По-моему, пора уже, да? Ну, да. Ну, когда будете приходить в следующий разряд? В будущем году? Кто-то в этом, кто-то в будущем. Уже в этом году, да, будете? Да. Ясно. А почему пришли в этот вид спорта? Кто ответит? Кто такой самый? Давайте капитан. Почему вы пришли в этот вид спорта, в такой, не олимпийский? Наверное, верите, что будет Олимпиада? Да, будет. Верите, будет Олимпиада? Будет. А вы как раз подрастете? Да. И как раз поедете на Олимпиаду? Да. То есть можно сказать, что девочкам придется как бы появится смена, да? Конкуренция да. будет. То есть им нельзя расслабляться? Да. Ясно. А как бы кто главный как бы в Парадизе? Кому вот как бы мы обязаны развить фигурное катание? Помните, кто тренер там знаменитой да, команды? Ирина. Кто? Ирина. А кто она такая? Тренер? Она тренер Парадиза, да? Да. Ясно. Она как раз развила, да, фигурное да. катание? Да. А что, вот девочки как бы чемпионки мира, да, двукратно уже, да? Да. А вот что вы хотите им вот, может, какие-то привет передать, что вы им хотите пожелать? Они за вас болеют? Да. Давали напутствие? Да. А тренируетесь вы вместе? Они вместе, а местные? Отдельно да. тренировки? Но они все равно приходят к вам поддерживают? Что? Поток один, но разное время тренировок. А, ну все равно девочки приходят, наверное, поддерживают же вас? Да. Ясно. А, тогда последнее. Какие ваши планы? Побеждать. Побеждать, да? А отдыхать-то будете хоть немножко или нет? Или не да. будете отдыхать? Нет. Чуть-чуть? Нет, полтора месяца. А потом какие... На будущий год какая задача стоит у команды? Это мы у тренера давайте спросим. Какая задача на будущий год? Показать тоже хорошие результаты, такие же, как и в этом сезоне. Эта команда у вас, она будет выступать по, как бы, по категориям подниматься или нет? Или, как, или просто она специально детская команда это у вас? Мы это же останемся. Таким же разрядом. Таким же разрядом, да? То есть, а девочки просто поднимаются, да? Старшие просто перейдут, а придут младшие. То есть, а старшие переходят в следующую группу, да? Да. То есть, у вас такое получается такая преемственность да. большая. А много у вас таких в Питере занимают девочки? А потом у вас столько команд появилось, как бы. Нет, сколько всего вот, девочек, сколько у вас? Если брать общее количество всех занимающихся синхронным катанием в Питере. Петербурге. Да, в Петербурге. Около 100, наверное, будет больше 100, команды. Четыре команды, да? Да, это... все разного. Ну, возраст, да, начиная с Парадиза, да? Да. Вот то есть четыре команды. Потому что, вот видите, у вас в Краснодаре только появилась команда. Вот, кстати, они выступали с вами в одном разряде, но у них новая команда. Они только-только появились, и, но благодаря чему они появляются? Благодаря успехам кого? Как вы думаете, кого? Питера. Питера, правильно, питерской команды Парадиз. А почему, кстати, Парадиз называется, знаете? Парадиз Рай. Почему? Рай. А кто придумал так называть Питер? Петр? Да. О, как видите, как отлично. И поэтому в честь этого именно названия Питера, такое название, да? Молодцы. Удачи вам, чтобы у вас все получилось. Так держать.
ну и новых достижений, и чтобы вы росли, и чтобы я вас увидел в составе сборной России на чемпионатах мира и Олимпийских игр.